Если вы почувствовали запах газа, правильный порядок действий в такой ситуации может спасти не одну жизнь. Важно помнить, что на счету каждая минута. Что делать при утечке газа в квартире, расскажу прямо сейчас. Итак, как можно быстрее перекройте вентиль газовой трубы. Обычно он находится прямо за плитой. Не стоит самостоятельно искать место утечки. Это может отнять драгоценные секунды. Если газ загорелся, не тушите пламя. Пока голубое топливо горит, оно не взорвется. В этом случае нужно перекрыть подачу газа. А если такой возможности нет, немедленно выйти из квартиры и вызвать пожарных. Откройте все окна в помещении, и сквозняк поможет избавиться от скопившегося газа. Ни в коем случае не включайте электричество, а также не выключайте уже работающие электроприборы. Пожар может начаться от малейшей искры. Лучше отключить электричество в щитке подъезда. Не звоните со стационарного или мобильного телефона, находясь в квартире. Лучше вызвать газовую службу с телефона соседей или выйдите на улицу, чтобы позвонить с мобильного.